Салям алейкум, здравствуйте. С вами Крымская солидарность. Сегодня 24 июня. Мы находимся в городе Ростов-на-Дону, возле здания Южного окружного военного суда, где на сегодня был назначен ряд судебных заседаний по делам Хизб-ут-Тахрир. Рассмотрение уголовного дела в отношении 5 фигурантов по так называемой второй симферопольской группе, а именно Газиева, Гафарова, Каримова, Османова и Муртаза, не состоялось ввиду того, что их не доставили в зал суда по причине состояния здоровья некоторых из них. Трое наших подзащитных заболели. Это Гафаров Джамиль Абдуллаевич, Сервет Газиев и Османов Эрфан. По болезни не смогли выехать из следственного изолятора. Документов медицинских нам не представили. Суд состоялся так формально, отложили на другую дату, на 1 июля. Скорее всего, речь идет о высокой температуре. У Газиева и Гафарова и так были проблемы, а у Эрфана Османова, возможно, признаки ОРВИ. Судебное заседание по делу Вадима Бектимирова также не состоялось и было перенесено по причине отсутствия переводчика. Понимая, что это испытание не только для них, а это испытание для всего народа, мы делаем от себя зависящее, приезжаем сюда и оказываем поддержку. Сегодня прошло очередное судебное заседание по Вадиму Бектимирову. Машалла, брат держится очень хорошо, даже наоборот, он нас подбадривает, да, то есть независимо от того, что он находится по ту сторону решетки, но он делает нам насихаты, да, наставления и поддерживает нас. Указанное судебное заседание сегодня не состоялось по причине того, что суд не обеспечил надлежащим образом участие переводчика в данном деле. И чтобы не были Вадима права нарушены, суд был отложен на 6 июля 2021 года. Рассмотрение уголовного дела в отношении так называемой третьей бахчисарайской группы прошло в плановом режиме. Сторону защиты представляли адвокаты по соглашению Назим Шейхмамбетов, Эдем Семидляев и Эмине Авамилева. В ходе процесса стороной защиты было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетелей лиц, участвовавших при обыске в домах у подсудимых, которое суд удовлетворил частично. Более подробно смотрите далее в нашем репортаже. Мен бүгін көрдім өзім бабаны. Мен оны пек зағындым, қуандым пек. О да айттым менің қадамыма селам айтмаға, менің бітама ақыр бабама сіземе. Айтыршы бұл мен әпсінге чоқ-чоқ селам айттым. Инжанлы күн олды, қорқы да олды, қуанч да олды. Бір-бірінің біргерден бала-бала. Бабасынен лапетмеге не сұрайағын да ұнытты, чүнке бір елзеде бабасыны көрмеді, әйжанланды, ондан әвел баланы кірсетмеділер, сон рұқсет еттік мақкемеджеге, рұқсет берді, ондақада баланы кірсетмеге кірдік, бала қуандышты. На сегодняшнем заседании стороной защиты было заявлено ходатайство о вызове, о содействии суда в вызове свидетелей. Это следователи УФСБ, которые участвовали на обысках. Это оперуполномоченные, которые также были на обысках. Это эксперты, которые проводили разного рода экспертизы. Эксперты-лингвисты, религиоведы, фонографы. Суд удовлетворил частично. Сказал, что будет содействовать в вызове следователей УФСБ, оперуполномоченных и некоторых статистов. На сегодня заседание закончилось, ребята передают всем селям, чувствуют себя удовлетворительно. Следующее заседание будет проходить 6, 7 и 8 июля.